Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать о бойцовском клубе. Нашумевшая книга Чака Паланика, экранизованная в конце 90-х, не только возвела бои в культ, но и задала новую тенденцию развития единоборств. Так, например, в 2000-х стали бурно развиваться смешанные единоборства, сокращенно ММА. Сейчас во всем мире профессиональные бои по ММА вызывают широкий интерес. В России этот вид спорта официально признали не так давно. И можно сказать, что для нашей страны смешанные боевые искусства – это новый тренд. Этот вид единоборств активно развивается и в Дмитрове, который недавно стал местом проведения профессионального турнира по ММА. Свет софитов, громкая и агрессивная музыка, дым и неподдельные эмоции. Все в лучших традициях микс-файта. Бойцовское шоу «Битва под Дмитровом» – настоящий праздник для поклонников разных видов единоборств и любителей боевых искусств. ММА – это, пожалуй, самый зрелищный вид единоборств. Он отличается тем, что совмещает в себе множество различных техник, школ и направлений. Смешанные единоборства представляют собой бой с применением ударной техники и борьбы, как в стойке, так и на полу, болевые и удушающие приемы. Современное ММА – это бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу, карате – все слилось в одном спорте. Традиционно за сутки перед боем проходит процедура взвешивания – одна из самых важных частей шоу. На ней участники встречаются со своим соперником лицом к лицу. Взвешивание проводится для того, чтобы бойцы могли уложиться в лимиты выбранной ими весовой категории. Весовые категории разные, но мы подбирали соперников уже, наверное, месяца полтора-два. То есть заранее соперники друг друга уже знали. Мы их подбирали по опыту, по уровню и по весу, чтобы бои были максимально зрелищные, максимально на одинаковом уровне. Чтобы не было, что один кто-то определенный фаворит. Это уже второе шоу, которое провела дмитровская дружина в нашем городе. На этот раз совместно с московским клубом самообороны «Витязь», который возглавляет Илья Самоцупов. Турнир в разы превзошел предыдущий по масштабу и уровню организации. Выросло не только количество участников, но и зрителей, которые активно поддерживали своих фаворитов и скандировали их имена. Смешанные единоборства – наглядный пример того, как стремительно развивается спорт в нашей стране. Это в первую очередь турнир профессиональный, это идет запись в «Шердог», это их профессиональную карьеру. Потом, конечно же, у нас награды будут от спонсоров, кубки, медали и за первое, и за второе место, и денежный приз идет и за победу, и за поражение. Жюри у нас профессиональное агентство спортивных судей при поддержке промоутерской компании «Fight Alliance». У нас профессиональные жюри, которые они проводят максимально крупные турниры, обслуживают. Конечно же, будут, если какие-то спорные вопросы, это решает уже комиссия. После турнира собирается комиссия профессиональных судей, они пересматривают видео и выносят решение, если вдруг какие-то спорные моменты. В битве под Дмитровом приняли участие 22 спортсмена из разных городов – Дмитрова, Москвы, Орла, Ростова и Одинцова. В этот вечер они подарили зрителям 11 ярких поединков. Настроение перед схваткой у всех спортсменов было боевое. Они долго шли к этому, готовились и, конечно, заряжены только на победу. Хорошее ощущение, готов, в целом неплохо. Немножко, конечно, подготовка скомканная такая была. Работа немножко не позволяла полноценно тренироваться. Ну, в целом готов, чувствую себя хорошо. Надеюсь, покажем хороший бой. Выхожу только за победой, иначе зачем выходить биться? Когда учился в училище, увидел бои Федора Емельяненко. После того не было возможности, я переехал в город Дмитров, и здесь открылась дмитровская дружина. Благодаря этому пришел. Я считаю, что каждый мужчина должен быть воином, защитить себя, защитить свое отечество, свою девушку. Настроение хорошее, хочется, конечно, победить и обрадовать дмитровчан. Многие называют смешанное единоборство боями без правил, однако это расходится с истиной. В ММА есть и запрещенные приемы, и четкие правила и регламент. Все бойцы проходят предварительный инструктаж. Когда спортсмен подходит к октагону, судья проверяет, поставлена ли капа, наносит на надбровные дуги и под глаза вазелин. Это дополнительная мера безопасности, которая позволяет смягчить удар противника и избежать сильного рассечения кожи. Всего предусмотрено 2 раунда по 5 минут. В случае ничьи – экстра раунд. Уважаемые друг друга, слушаем мои команды. Напоминаю, запрещены любые удары в затылок, позвоночный столб, пах. Локти, колени, голову работают только в стойке. Запрещено хватать экипировку сетку. Пожали руки.
по углам. Упорство, дерзость в хорошем смысле слова, дисциплина и полная самоотдача. Без этих качеств не победить. Достаточно на долю секунды расслабиться и потерять бдительность, как тут же пропустишь какой-нибудь болевой прием, который предрешит исход битвы. У каждого бойца есть своя тактика и свои сильные стороны. Во многом это зависит от того, из какого спорта атлет пришел в ММА. У меня за плечами 10 лет борьбы, являюсь кандидатом мастера спорта по самбо, и вот как 2 года назад перешел на смешанное единоборство. Мне это нравится, это стиль, образ жизни. Мужчина должен быть крепким, должен постоять за себя, я так считаю. Любого соперника нельзя недооценивать. Я оцениваю очень хорошим бойцом, я думаю, покажем хороший бой сегодня. Есть наработочки определенные, которые мы с тренером готовили на этот бой. Ну, у меня отец в детстве отдал, потом просто перешел в другой вид и все. Сначала боксом занимался, потом пошел на борьбу и потом перешел в ВИТИ заниматься. Мой соперник намного больше меня, и мне просто надо было как бы помотать его немного. Примечательно, что среди участников не только молодые парни, но и, например, отец 5 детей. Для этого спорта нет ограничений по возрасту, профессии и социальному статусу. Такие люди на своем примере доказывают, что никогда не поздно начать заниматься тем, что тебе нравится. У меня 5 детей, вот, 2 девочки, красавицы, и 3 сына. Вот, понимаете, да? Я как бы для своих сыновей папа-герой. В любом случае папа лучше. А папа должен показывать только хороший пример. Вот. Что я делаю? Ну, в принципе, мне самому это все нравится. Хочется узнать свои возможности. Вот. Ну, плюс же, опять говорю, адреналин испытать всегда хочется. А он вырабатывается там мощно. Организаторы бойцовского шоу говорят, что выступают прежде всего за развитие боевых искусств и популяризацию спорта среди населения, пропагандируют здоровый образ жизни. Приятно, что и администрация города Дмитрова активно поддерживает такие мероприятия. Первый турнир, на мой взгляд, был на очень высоком уровне, и ребята сегодня подняли планку просто до небес. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить ежегодно. Кстати, организаторы обещают нам именно этот формат, и мы, как администрация города, я думаю, что и администрация района всегда поддержит вот эти начинания. Победу бойцы буквально вырывали друг у друга в ожесточенной и бескомпромиссной схватке. Удача улыбнулась не всем. Кто-то даже был серьезно травмирован. Но вне зависимости от исхода битвы, все спортсмены выложились на полную и показали яркий бой. В первом раунде удушением победу одержал Мансур Магомадов! Аплодисменты победителям! Впечатление очень хорошее, организация турнира великолепная, просто все на высшем уровне было. Я вот сегодня выиграл, соперник тяжелый был, под меня готовился, но сегодня выиграл сильнейший. Для кого-то ММА и является довольно жестким видом спорта, для кого-то не очень, но одно можно заявить с уверенностью. Микс-файт – это бои для настоящих мужчин, сильных и смелых. We'll be right back.